В общем, мы подъехали. Сереж, может, доедешь до конца? Да, 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 там чайки просто клевые. А на Кейм Мэйн Левис Ферри. Короче, мы будем переплывать на машинке. Левис, не знаю. Чем стали наши очередь. Интересненько. Да, я этих чаек, смотри, какие прикольные. Они какие-то не такие, как обычно. Ну ладно, это я все любитель живности всякой. Все. Пока ждем сам паром. Он все еще не прибыл. Решил пройтись к докам. А, в общем, внутри ничего интересного, там прилично зон просто закрыта. Но тут неплохо так ждать. Вон какой-то корабль плывет, может, наш. Стоим, ждем, пока выгрузится паром. Там сейчас как раз машина выходит. Все, один наряд уже поехал. Вот и наша очередь подошла. Thank you.
штату Делавэр. Ну да. В общем, опять дельфины, и они, как только лодка подплывает, сразу все запылить. Побывшим тут. Но он барахтает на сторону. О, она. Все уже сказали, что надо возвращаться в машины. Вон пристань. Скоро будем уже ездить. И поедем в Ocean City. Вот там гнездо какой-то птицы. На час дольше ехать, конечно. Плюс еще мы стояли, right, заранее подъехав долго. Но это было интересно. Эти 50 баксов потрачены не зря. Он как появился, так и уехал. Остался до нашей спины. Реально, все в майках. Мы как бы во Флориду заехали. Надо было, наверное, людей туда пускать. В другой раз. Next time.